Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. Сегодня мы у вас снова в гостях. Представляю алтайского шамана Артем Игнатенко. И мы уже делаем с ним не первую передачу, пятую, по-моему. И сегодня вы нам хотели рассказать про Новый год, я так понял, да? Я про Новый год хочу рассказать, но ты еще так говоришь красиво, шаманский, алтайский шаман Артем Игнатенко. Ну, правильно, представься сам теперь. Мне вопрос такой часто, ты говоришь, почему такое тебе смешное имя, фамилия для алтайского шамана? Mm-hmm. Есть у меня шаманское имя, оно, Апячан, ну по-кумандински, наверное, Белый Марал. Mm-hmm. У меня отец белорус, вот у меня мать кумандинка. Но получается то, что нам никогда нельзя, мужчине особенно, от своего рода отказываться. Если ты мне говорят, а ты что не придумаешь себе такой красивый там просто кумандинского, кумандинского рода? Ну да, наш род Мюри, род Белой Волчицы, народ, mm-hmm. это по матери. У меня отец, он же дедомовский, mm-hmm. он семьи не знал, и в общем-то, кроме фамилии особо, он нас не воспитывал толком, меня он не воспитывал. Детей моих воспитывал, учил их все там, ну потому что у него время пришло. Ну видишь, Артем, я исхожу из того, что ты уже пятая передача, и ты уже все рассказывал. Рассказывал? Да. Хорошо, просто мне немножко... я сам себя со стороны слушаю, думаю, как это так? Другие люди тоже говорят, там хохол говорит алтайцам, под алтайцев косит. А мне говорю, без разницы. У меня был в жизни случай, когда там у меня бригада была, 20 человек из тюрьмы вышли. Я приходил, меня зовут Артем Игнатенко, а командовать здесь буду я. И они тогда, и мы все равно договаривались и жили, и работали. Да, есть шаманское имя, есть мирское, все это нормально, но проблема у нас в России, вот сейчас, вот знаете, вот, после 10 лет, когда у меня люди идут, что-то спрашивают, я понял, в чем самая главная проблема в России. Славяне перестали жить по солнцу. Это тоже рассказывал. Артем, подожди, вот давай, вернемся к объявленной теме. Я тебе просто, чтобы по солнцу вернуться, Новый год нужно отмечать все-таки. Вот, к Новому году. Новый год. Его тоже нужно к солнцу вернуть. Угу. Понимаешь, в чем дело? И когда бы он не был, эпохи меняются, передвигается, будет там, от равноденствий. Зороастрийские гороскопы, кстати, и славянские чертоги заканчиваются 21 марта. Новый год там когда-то отмечался. Если там оттуда начинается, то ну это наша память не берет. У нас так... 1 сентября он отмечался до Петра Первого. До Петра Первого. Да. А почему славянские чертоги заканчиваются 21 марта? Ну, весеннее равноденствие. Потому что древние вот эти арии отмечали Новый год. И западный гороскоп, знаешь, рыбы, вот я родился в рыбах, и он считается тоже последний месяц зодиакального круга. Последний месяц, а словно следующий начинается с 21 марта, начинается Новый год. Вы же гороскоп-то по телевизору видите? Ну, не особо интересно. Не важно, но все равно это был бы опять по солнцу, от весеннего равноденствия. То есть Новый год тогда, когда солнце в определенной фазе стоит, и каждые какие-то 2500 лет этот круг менялся. И если мы говорим, что Новый год, то он никак не от сбора урожая. Почему нас так опускают, чтобы люди только под ноги смотрели? Это от солнца. Ну правильно, раз светило вращается, оно же и наставляет нас на эти смены. Ну ты понимаешь, что славяне вот все на своих князья, на своих боевых штандартах солнце всегда рисовали. Правильно. На груди себе солнце выбивали, вышивали на одежде. На щитах богатыри солнце рисовали. Но только сейчас ни один из этих праздников не совпадает у нас в социуме. Вот за чего мы страдаем. Ты понимаешь, в чем дело? Как вернуть русский мир в солнечный круг, не обращая внимания ни на другое? Вот это... Понимаете, праздники. Праздники это великая штука. Но в ноябре, это 4 ноября, я смотрел по телевизору, бородатые мужики сидят, какой бы праздник был, такой бы люди бы хорошо принимали. И начинают придумывать, что попало. Поэтому и никто ни разу не сказал, что настоящие праздники, да они все по солнцу в России-то. Я вокруг этого долго ходил, я до конца осознал, это можно вот недавно. Потому что если мы сами живем по солнцу, у меня дочка родилась младшая 25 декабря.
Я, моя жена, мать 17-го, я 18 марта, жена, мать 17 марта. И мы в эти дни всегда один, отец 16 сентября, это обрядовые весенние. Ну так, в эти дни у нас всегда дни рождения в семье. Наш род, он просто по солнцам так отмечен, что у нас эти дни всегда день рождения будет. И у нас всегда праздник будет дома. В дни рождения нормально отмечаем. Ну я потом осознал, действительно, ведь 25 декабря вся планета празднует. Ведь основатели всех религий на этой земле родились 25 декабря. Не только моя дочка, она, ну, я шучу, конечно, но и Брахмапутра, и Заратустра, и Будда, и пророк Мухаммед, и Иисус Христос, и Буз Белояр, они родились 25 декабря. И для тех, культ Ра, это культ Солнца, культура. И если бы люди жили по Солнцу, попадая, вот первым... По какому календарю 25 декабря? А календарь тут ни при чем. Солнце, первая минута добавился. То есть католическое 25 декабря это тебе есть Рождество? Тебе вирус стоит в голове. А? При чем тут католический? Я спрашиваю. Вообще, я говорю, спрашиваю. Солнце, минута добавился. И всегда мне с детства объясняли, что Иисус это символизировал рождение Солнца. И родилось, но, ну как, вот первая минута, первый писк, это 25 декабря. Но не только Иисус Христос католический. Все. Все родились 25-го, подожди, великие святые. Почему у нас на 7 января перевели? Из-за сдвижки времени на 13 дней, да? 13. Из-за пересчета. 12 дней ворота закрыты. 7 января звездные врата закрываются. И чтобы русские по солнцу не жили, их специально вывели из солнечного круга. Я почему тебя спрашиваю? Я тебе потому говорю. Ты за то, чтобы Рождество справлять 25 декабря? Не, да? Рождество, Барибер. Мне 25 декабря должен быть праздник национальный. Рождение Солнца. Ты можешь его Иисусом назвать, можешь Мухаммедом. Вот. Это будет объединять, это будет не разъединять. Когда начинают одни в один день отмечать, когда другой день другие, это разъединяет. А нам надо уже начинать объединять. Мне без разницы, кто какое вероисповедование и религии. Мне важно, чтобы Солнце стало нашим маяком. Тот, который объединяет. Нас все остальное разъединяет. Нас небо поделили. Тут летай, тут не летай. Зенитно-ракетные комплексы стоят. Все, небо разделили уже. У нас одно осталось на Земле общее. Это одно Солнце и одна Луна. А все остальное разъединяет. Землю уже минными полями, колючая проволока, фиг где пройдешь. Понимаешь, в чем дело? Заборы там, деревни толком пройти уже тяжело. А вот Солнце и Луна остаются общими для всех людей на этой Земле. Они объединяют. И чтобы началась нация объединяться, нужно убрать всю эту шелуху и словоблудие. Нужно взять, поднять глаза к светилу, и жизнь свою славяне должны вернуть в солнечный круг. Не обращая внимания ни на какие религии. Религии будут разъединять. Им так выгодно. Разделяй и властвуй. Чем будут люди больше разъединены, а если все люди будут, и я считаю, что вот с Алтая, вот это вот, если... начнется подниматься наконец русский мир, то он будет тогда подниматься, когда славяне опять начнут на солнце глаза поднимать. Другие люди это делают. Видишь, Артем, в чем дело? В чем? Я тебе объясню. Вот на сегодняшний день очень много появилось таких групп и вот этих неоязычников, которые как раз об этом и говорят. Ну, ты знаешь, на них смотришь, ну, ребят, по ребятам иногда и сумасшедшим дым плачет. Вот почему это отталкивает? Потому что этим заниматься начинают люди довольно неадекватные. Они не знают ни истории, ни философии, ни этнографии, ничего не знают. Они просто говорят, приходят и говорят, вот я теперь буду Волх Милослав. Вот приходите ко мне, меня слушайте. Понимаешь, смотришь этого дурака, и к нему ходят, и смотрят, и слушают. Бегают там в леса, каким-то идолам поклоняются. А нормальные люди на это смотрят, и это тоже отталкивает. Понимаешь, вот это, я тебе говорю, как есть. Это когда человек себя Богом называет. Вот. Понимаешь, что? Вот, да. Вот настоящего Бога, он тебя не будет Богом называть. Настоящего Бога люди Богом назовут. Понимаешь, в чем дело? Вот если он сможет жить и так, чтобы с него пример брать, он тогда ему будут верить. А если он сам себя начнет называть, никто ему верить не будет. Ты говоришь красивые вещи, но ведь это все идет на стыке религий. Ты правильно говоришь.
Почему? И сегодня у нас власть, значит, она уцепилась, говорит, теперь мы все христиане, у нас патриархи, у нас, значит, священники, значит, давайте им их слушаться. Вот что они скажут, то и правильно. Понимаешь? То же самое у мусульман, тоже мы видим абсолютно то же самое, хотя у них бардака там больше, там кто пришел, тот и сказал, тот и святитель, извините меня. Но там тоже уже в мозгах понимаешь, что это религия, она... Я религии всех уважаю. Ты правильно говоришь, ты правильно. Религии разъединяют. Да. Есть вера, есть какие-то... Ну, но слово вера сакральные, это ведать ра. Да. Есть какие-то сакральные смыслы. Мы их чувствуем. Тем более вы вот тут на Алтае, я вот смотрю, я просто радуюсь, насколько вот тут ощущение каких-то духовных смыслов. Алтай вот проезжаешь и чувствуешь что-то вот, нечто над тобой вот висит такое прям. У всех религий в основе свои солнце. Ты понимаешь, что? Вот в основе. Вот мусульмане же, когда выходят, они же все лицом на восток, где солнце всходит. Но мусульмане, кстати, вот не стесняясь, 10 тысяч человек садятся, мужики, они 6 раз в день делают. Все на лицом на восток сидят, там, где солнце всходит. Но я это чувствую, я же первый все рассветы встречаю. Когда эта тара, солнце идет, вот на тебя вот эта мощь, его еще нету, но энергия чувствуется. Значит, ты в этот момент стоишь, не думаешь ни о чем, но просто чувствуешь, как на тебя это накатывает волна вот этого вот надвигающегося солнца. Когда солнце первый луч выходит, а я еще же на горе же, а на горе солнце, я первый, никто не видит, потому что из-за горы тут никто не видит, а тут я первый. И тут скажешь: Ярилка, братан, дай сил, здоровья, удачи. Неважно, как ты его назовешь, Ярила или Ульгень, назовешь ты его... А, кстати, Аллах, Алла, дающий, Ал, возьми, ну, эти, с тюркского языка. Поэтому, оно как не возьми, но оно, если кто хочет взять, тот возьмет. Ну, вот и мужчине очень важно вообще жить по солнцу. У нас почему мужики вырождаются в России? Они спят до обеда. Мужик должен вставать раньше рассвета и первый солнечный луч попасть. И вот тут мусульмане делают это четко. Но я-то видишь, что я раньше думал, мы-то встали и пошли, как говорится, и до вечера работаем, да? А они нет, они намаз с утра сделали, может пойти еще 3 часа поспать до следующего намаза. У них так нормально. Я-то это не понимал. Ну, мне объяснили, там друзья мусульмане есть, да, можно пойти потом поспать. Но встанет он раньше, солнце возьмет, и потом мусульмане на братине говорят: ни одной жены мало, говорит. Давай, либо хотя бы 4 бы жены. То есть мужик с утра с солнцем поговорит, ему уже 4 жены надо. Ты, наверное, фильм «Белые росы» очень любишь. Да, я его в пример даже привожу иногда. Вот так надо, вот он же помирать собрался, говорит: солнце, все, что я тебе просил, ты мне дал. Он солнце просил всю жизнь, и он ему все дал. Дело в том, что действительно мужской путь освещает солнце, мужские обряды идут все с огнем. Огонь, солнце, мужчина, даже золото. Вот мальчикам золотые кольца одевали раньше на свадьбе, девочкам серебряные, там луна. Но луна, она дает это качество. Поэтому Новый год, когда начинают считать, мне приходят тысячи и тысячи христиан. Мы общаемся, я же никому не навязываю, я свою там знаю, мне хорошо. Не хочу, чтобы мы на религию были даже похожи. Но я спрашиваю христиан: а вы знаете, как Пасха считается? А никто не знает. А как вы, говорю, уже это же главный праздник, но Пасха-то и много тысяч лет. Это от весеннего младенства первое полнолуние. Вот католики опять, они же тогда празднуют на первое полнолуние после весеннего младенства. А русские через неделю на убывающей луне. На убывающей луне хорошо от всего плохого избавляться, но только попросить хорошего что-то очень проблематично. Но вот поэтому я понимаю, что благодатный огонь сходит как бы в православную. Огонь, понимаешь, вот это же после весеннего равноденствия огонь сходит, а не вода падает. Это мужская энергия, наступает мужское время года. Все мужские обряды с огнем идут. Поэтому на масленицу чучелу сжигали раньше. Но сжигали-то ее 21 марта. Но кто-то додумался сжигать же ее в феврале. Вот это чучело не масленицу сжигает. Это Марра, богиня смерти и зимы. Ну, я тебе по-русски говорю. И кто ее додумался за хвост дергать, когда она еще месяц будет работать? Потом сидят и говорят: а что это у нас нация вымирает? Вот кто додумался масленицу делать в феврале, те люди вообще в Бога не веруют. Вообще безбожники это люди. Понимаешь, что? Но это, с этими энергиями нельзя шутить. Но у нас что делается? Вот Россия — это империя света. Ну, не потому, что там так хорошо, а потому, что такая суть ее.
Солнце, ура, боевой клич древних славян. Враги просто падали, когда тысячи мужиков шли с криком ура. У них ноги немели, руки опускались, оружие бросали, сидели, только не убивайте. Это же было, ну ура, это к солнцу, понимаешь что? И солнце было в основе всей культуры русского народа. Культ Ра, вера, ведать Ра. Понимаешь, куда ни ткнись, везде Ра. На христианских это крест, это символ солнца, а снизу вот это луна, она нарисована. Рай, почему думаешь, так называется? Рай, слышал такое слово? Рай это солнце, а ай это луна. А рай, когда солнце и луна вместе. А в раю был один мужчина и одна женщина. И там минимум ревности не было. Потому что ревновать было некому. У каждой мужчины был свой женщина, и у каждой женщины свой мужчина. И они были, все, не было там лишних напряжений. Понимаешь, в чем дело? Потому он рай так и называется. Изначально любой религии солнце, но потому славяне приняли христианство, потому что все обряды были православные. А православные, вот мы чего и просим, вернитесь, пожалуйста, христиане, в православие. И будет вам поддержка народа. Русских нельзя рабами называть, Богу не нужны рабы. Русским легче было ноги отрубить, чем его на колени поставить. Зачем? Царю надо было, и он сделал через христианство вот этот рабов. Вплоть до крепостного права, вплоть до права первой ночи. Зачем было так унижать славянок? Кто это сделал? Я не без разницы, кто это сделал. Пусть, если солнце опять вернется к нам, как символ нашей объединения всех племен и народов, то все это почувствуют тепленьким, и славяне пойдут в эти храмы. Ну, ты правильно говоришь. Почему? Потому что после Петра I началось засилие иноземцев, а они уже к славянам обращались по-другому. Да они всегда так обращались. Мне да. Вот, я говорю, засилие в правящем классе началось засилие иноземцев. Иноземцев. Он их понатащил сюда, да? Да, вот смотри, сейчас праздники придумали. День матери сделали в России. Я про это говорил, нет? По-американски сделали День матери, понимаешь? Но американцам свет империи тьмы. Им нормально было в этот день праздновать День матери, потому что по-русски не могло День матери быть День Мары, богини смерти. И зимы. Все когда все снежных баб лепили. Нормально было то, чтобы Мара, богиня смерти, тебе не родича не забирала. Снежных баб лепили все в честь ее. Мелкий подхалимаш. Пришла новый директор. Но она зла, да, все ее боятся. Все. Но не день же матери. А потом этот День Святого Валентина. День Святого Валентина. Все гей-парады в Европе идут, в России. О, какой великий праздник. Наши любят что-нибудь попраздновать. Но если бы праздник по солнцу, тогда все его будут, он будет народом принят. Принят. Вот вам уже объяснять не надо. Это объединяет. Как те праздники, Масленицу все любят праздновать. Они на старой памяти выходят праздновать, а праздник не получают. Потому что февраль, метель метет, какой тебе праздник. Но если этот День весеннего равноденствия, день рождения Пресвятой Богородицы. Кстати, у мусульман, вот я говорю, я Казахстан всегда в пример привожу, Наурыз, 21 марта, вся нация выходит, все, казахи, уйгуры, чечены, русские там, все свои национальные блюда делают, все друг друга угощают там, песни поют, национальный праздник Казахстана, Наурыз, многонациональный, 21 марта. А осенью в сентябре у них идет этот ураза байрам у мусульман. Они опять, мусульмане тут уже все этот празднуют, все там всех друг друга угощают, жертвы приносят там всем друг другу. Мне приезжают экономисты, говорят, а в Казахстане дела лучше, говорит, идут, чем в России. У них, говорит, экономика, говорит, качественнее. Я сижу, думаю, на другие люди приезжают, говорят, да, а этому никто не хотим из Казахстана уезжать. Люди приезжают, рассказывают, я не знаю, там что там социологи говорят, а люди все считают, что в Казахстане жить стало лучше, чем в России. Ну, есть, а там, потому что есть они там живут нюансы. По солнцу. Артем, там есть очень большие нюансы. Нюансы, знаешь, я знаю. Там национализм такой сейчас взрывной, что просто... А ты думаешь, откуда? Жуть. Вот эти эмиссары ИГИЛ едут вот на Алтай, да, на Алтай едут эмиссары ИГИЛ. Да, и знаешь, они, тут нету мусульман, тут в основном все же язычники. Но они говорят, мы тюрки, вы тюрки, давайте с русскими воевать. Они уже тут ислам не ставят во главу. Они ставят то, что эти тюрки. И мне люди уже рассказывают. Откуда они едут? Из Турции. Со всех едут? Ты знаешь, как в Турции называется танк самый большой? Как?
Алтай. А турцы, турки вообще с Алтая. Я тебе говорю. Вот так вот они собираются подчинять тюркский мир. Но я, кстати, хотел с тобой на эту тему поговорить. Давай тогда закончим с Новым годом. В принципе, мысль понятна, и она понятна, Новый красиво. Год, Новый год, действительно, нужно нам немножко традиции. Традицию летопись, родописать я тебе рассказал. Давно уже, да? Поэтому вот такие добрые традиции, они Новый год для чего? Чтобы подвести итог прошлому, сделать перспективный план на будущее. А Новый год это как раз для того, чтобы сбить все напряжения, начать жизнь с нового с листа, войти в порядок и в ритм нашего созидания. Чего мы за этот год сделали, чего мы на следующий год хотим сделать. Но делать это нужно родом своим объединяться и все это подводить итоги, строить планы. Это вот для этого Новый год нужен, но это все классно делается, когда по солнцу. Ты знаешь, то, что все планируются, ну, жизнь по солнцу. И вот этот божественный крест, солнцестояние и равноденствие, вот это всегда Новые годы будут вот в эти дни, которые по солнцу. Ну, никак не от урожая там или не от чего-то другого. Придумывают ложные нам идеи, которые нам никак не могут, наоборот, разрывают и разделяют. Хорошо. Да. Давай тогда еще одной темы коснемся, не будем разрывать передачи, еще одну тему сейчас, вот именно потому что ты ее сам затронул. Мне как раз по поводу этого я хотел поговорить. Вот Казахстан, ты сейчас говоришь, там сейчас происходит такой яростный национализм, и сегодня там не так вытесняют русских, как, допустим, на Украине началось, но там опять же начинается все с верхов, все начинается с языка, вытеснили русский язык, сделали его негосударственным и так далее, потихоньку. А сейчас уже творится что там? Там люди, вот казахи, которые заступаются за русских, за объединение с русским миром, их в тюрьму сажают. Вот Ермека Тайчебекова посадили сейчас, он в тюрьме сидит. Известный в Казахстане блогер. Ну просто, и что с этим делать, понимаешь? Ладно, я тебя пока не спрашиваю, я просто сам поездил по Алтаю и смотрю. Вот мы доехали до Кашагача, да? Ты... Мне как-то удивительно, это же эти места, там жили эти тилингиты, да? Это места проживания тилингитов, алтайского народа. А сегодня там казахи практически все вытесняют. Они, ведь с ними придет и исламизация. Вот у меня к тебе поэтому был вопрос такой, я его давно думал. А как вот, есть какой-то совет шаманов вот каких-то вот на Алтае или что-то, вот такой высший совет какой-то? Вот что-то как-то об этом думается? Ты думаешь, шаманы все хорошие, что ли? Ну понятно. Это многие просто свои личные интересы там работают. Но есть же мудрые люди какие-то, старики. Ты знаешь, вот Алтай чем их слушают? Характерно. А Алтай же, я тебе говорю, много племен живет. Да. Кроме вот кумандинцев 12 родов, это же и телеуты, и телингиты, и телесы, и уляханцы, шорцы, меркиты, найманы, майманы, кипчаки, алтайкижи больше всех. Но у нас стереотип стоит, нет такого слова алтайцы. Вот даже, говорю, 12 родов кумандинцев, и то помнят, то у кого когда барана убрал, то у кого жену когда увел. Вот вся психология вот тюркских народов, у них какая? У них есть, вот есть хан, который главный, с которым невозможно спорить. Только будешь спорить, он тебе в бубен настучит, что называется, да, и будет тебе плохо. Тот, который непререкаемый авторитет, и у которого безграничная власть. Все будут быть спокойны. Вот. Никто не будет высовываться, понимаешь? Все понятно, да, есть такой менталитет. Вот, вот, менталитетом тюркам такое есть, абсолютно, да. Абсолютно, вот этот тюркский мир, они уважают силу. Слабого он всегда будет думать, что от него отодрать, понимаешь, в чем дело? Поэтому и у нас даже в детстве была такая поговорка, что этот, один казах хорошо, и два хорошо, нормально, три уже плохо. Потому что когда они три объединяются, они уже начинают думать, чем бы нам тут это. Ну понимаешь, вот те казахи, которые выросли при СССР, у них другой менталитет. Другой менталитет. А те, они, и они это, заступаются как раз за объединение с русскими. Они понимают, что такое. Они помнят, как это было при СССР. Да? Да. Строили там все это, развивали, там все было много на людей. Нормально жили, что-то говорить. Но вот пришли другие, те, которые вот с Монголии. Те. И на Алтай думают, что вот эти вот. У нас же алтайцы-то придумали во времена СССР. Не было такого. И получилось то, что алтайцами назвали те народы, которые меньше всего к Алтаю относятся. Они пришли с Монголии, откуда-то с Северной Маньчжурии.
То есть нет такого понятия этнографического, как алтайцы. Они не, просто... они все разъединенные. Все разъединенные. Все есть, разъединенные, есть свои рода и народы. Каждый род, каждый клан будет вести свою политику. И тогда все будет нам дружно, когда будет русский мир в силе. Когда традиции будут преобладать. Когда можно будет смотреть на сильного. Конъюнктурными интересами. У нас же, когда начинается вот это местничество, вот это вот местничковость, я бы так сказал, все начинает заканчиваться, все начинает мельчать, мелкотравчатость, вот это вот все. Поэтому я говорю, я ни разу не голосовал за Владимира Владимировича Путина, но если на него кто-то будет плохо говорить, я всегда за него буду заступаться. Потому что то, что он взял, из чего он сделает, это просто Бог дал, говорится, чтобы... А если бы его не было, уже бы тут, вообще бы тут была Украина так, цветочки, понимаешь, в чем дело? Потому что только будет слабина, начнется вакханалика. У нас право сильного, оно должно присутствовать. И русский мир, он должен... быть сильным. Да, толерантность тут не при делах. Но славяне тогда сильные, когда они по солнцу живут. Они тогда краев своей силы не знают. Я понимаю, зачем христианство вели. Василий Буслаев всегда говорил, наш Бог рабом меня не кличет. Но у него было столько силы, что ему через колокольню уже прыгать надо. Ему больше уже заняться нечем. Понимаешь, в чем дело? Русские перестают чувствовать границы своей силы, когда они живут по солнцу. И чтобы, говорится, этот, говорится, общий настрой на вот эту вот, говорится, сверх... сбить, вот ввели вот эти вот сдерживающиеся факторы. Те, чтобы отвести глаза от солнца подальше в другую сторону, чтобы морду, говорится, в землю, говорится, ткнуть, говорится, на колени поставить славян, чтобы, говорится, маленько притушить, что называется, огонь их сердец. Поэтому, а сейчас уже такое, видите, уже что творится. Ну, то есть я хочу свой вопрос все-таки довести до конца и практически сформулировать его сам по твоим словам. Вообще на Алтае такого авторитета нету, да? Общего нету. То есть раздрай. Много раз пытались, но видите, каждый вот народ своего лидера выдвигает. И есть люди, которые намного больше, более мудрые, более, как сказать, достойные. А их типа вы там посидите, начинается волевым решением приниматься. Я понимаю то, что демократия все-таки есть это совет. Я считаю, что каждый народ должен выдвинуть своего лидера, и решение уже приниматься на основе вот этого сбора старейшин. Тогда было бы нормально. Но в связи с тем, то, что у нас эта конъюнктура вот этого продолжает существовать, и многие люди, занимаясь бизнесом, не хотят лезть в политику, насмотрелись вот на это все, понимают что-то там другое свое. Я считаю, что это нереально сейчас. У нас мой духовный лидер, это вот Валентин Агафонович Чиконов. Он умный, он именно как по-государственно думает, как вот по-нормальному. Ну, уже возраст идет, и когда начали выбирать лидера, его даже вообще не вспомнили, что он такой есть. Начали каких-то своих авторитетов выдвигать, а народ не поддержал. Вот тебе и надо. Ну, бывает же это все течение. Поэтому, честно сказать, мне на политику тоже жизненные силы тратить никак не хочется. Вот ни грамма не хочется на это тратить. Не хочется тратить жизни, вот картины писать, там, создавать какие-то. Поэтому вот на своей территории мы будем объединять все. Я хочу тут родничок один у нас, я понял, где у меня родник закрытый. То есть открыть жилу, сделать их, поставить туда икону Николая Чудотворца. Пусть христианская стоит на нашей земле. Я люблю Николая Чудотворца. Я хочу поднять знамя Богородицы над Русью. Алтайцы всегда жили с христианами очень... Абсолютно. Мы понимаем, гармонии, как это энергия. Гармонии. Я понимаю, что с любой святой может так хорошо тебе помогать, как даже если он тебе не родня. Интересно, что они тоже носили крестики, но ходили к шаманам и так далее. А ну твоя вера в сути нашей. Мы верим в святых. Тех людей, которые бескорыстно добились души своей святости до такой, чтобы ушли в рай к Всевышнему. Мы это верим. И я знаю, что такое Богородица. Мне тоже ее образы часто приходят, поэтому я хочу, чтобы день ее рождения стал национальным праздником, а не рабочим днем в России. В этом году отметили, кстати, по телевизору, по центральному. Наверное, может быть, благодаря тебе. Не знаю, нас много. Я не говорю, сказали, я обратил внимание. Я скажу, я вот буду сидеть, тут картины писать, и мне в жизни, в
высшего счастья, говорится, нету. Создавать чего-то, и чтобы людям это еще нравилось. Мне вот этого вот за глаза достаточно. Но я когда вижу, что этот без веры, без ориентиров не может быть этого развития. А люди, когда начинают верить только в доллар, это для русских это убийственно. Просто убийственно. В России душой всегда люди ценились. Единственная нация, которая всегда воевала во имя спасения братьев по вере. Кто там таких еще своих братьев спасал? Этих предателей всех. Спасали всю жизнь. То болгар, то этих сербов, то там черногорцев. Все в НАТО теперь они там. История такая штука. Кроме сербов. Ну, сербы еще держатся маленько, и то, думаю, недолго там они продержатся там. Я думаю, нет. Все-таки сербы всегда исторически были наиболее дружественные и близки русским. Да. Даже они, по-моему, не поддержали. Это их правительство не поддержало. Я тебе говорю, нет, народы, я не говорю про народы. Я американцев, кстати, много хороших людей в народе. Кстати, и в Болгарии, между прочим, есть такие люди, они в Болгарию ездили, говорят, мы выходим с православного храма, там монахи подходят к нам, и вы, говорит, русские, простите нас. Болгары подходят сами. Народ, он почувствует. Народ чувствует. Я никогда не говорю про народ, я говорю, политика, там не народ. Там часто, кого, говорится, больше долларов дали, тот и там командует. Но для нас все-таки в истории Алтая Российской Федерации, новейшей истории, единственный губернатор, которого народ выбрал, это был Миша Евдокимов. И его пример, конечно, нас это, в общем-то, показал. То, что мы будем заниматься все-таки, если немножко, творчеством. И здесь я хочу, чтобы было не разделяться, а объединяться. И мы и про славянских богов тут расскажем, и про христианских святых расскажем, и про алтайских, эти все моменты поясним. Но именно на одной территории, чтобы показать, что это может быть рядом, существовать, и ни разу друг друга не напрягая. Но религии, они все равно назад, понимаешь? Я говорю, регресс, ретироваться, ретушировать, реструктуризация, реверс. Почему эти слова «ре» имеют? Потому что это в другую сторону. А вот традиции, правда, радость, вот это нам нравится. Радуга, все, что ра. Вот это пусть будет у нас традиции семейные, а религия это уж кто как пожелает. Это каждому человеку. Я уже боюсь этих религий, потому что я замучился с этими сектами. Я людям не говорю никогда, там, приходи ко мне, там, все. Я говорю, вы живите, рожайте, созидайте, будьте здоровы, будьте счастливы, и да пребудет с вами сила рода. Но вашего рода, вы своим заботьтесь. Мы никому ничего не должны, но мы должны своим родителям, и мы должны своим детям. Остальным по желанию. Если тебя никто не будет осуждать, если ты этому бомжу помогать не будешь. Я знаю, почему тот бомж сидит там с деньгами, с одной ногой. Он на даче лазил воровать. Сторож стрелял, в коленку ему попал, ему ногу отрезали. А если бы он не лазил воровать, его бы не стреляли, он и тогда ничего не делал, и сейчас ничего не делает. Почему я ему должен помогать? И никто меня за это осудить не может. Но если ты своим детям не поможешь, когда надо, или ты родителям своим не поможешь, когда они будут в нужде, это тебе все будут осуждать. Поэтому сила рода, чтобы вот это все слова опять стали святыми. Где корень род? Начиная с родины. Ладно, все понятно. Это уже и подходило нашей темой. Было, да. Повторить не лишнее. Я просто забываю, что ты меня спрашивал. И поэтому повторить не лишнее, ничего страшного. Видишь, традиции каждого народа, они... Что делать, Артем? На Новый год? Вообще, что делать? Вообще? Чтобы все. Ты сказал, да, вернуться к солнцу. А Кровью. Ты правильно, хороший вопрос ты сказал. Потому что я смотрел несколько передач, хорошие, уважаемые мной люди, все тоже примерно рассказывали, что у нас тут плохо, что делать? А я тебе говорю, простые традиции, я тебе говорю. Твое видение. Летопись рода начинает писать в каждой семье. Чтобы в родительской семье муж поминал предков жены как своих собственных. Без разницы, ты по-мусульмански или по-христиански. Но единственное то, что я иногда скажу, не стесняясь, то, что предков можно поминать по роду, по фамилии, чем русским легче. Да.
чтобы в семье поминали, чтобы женщины в осознанной привычке всегда ходить, сидеть, спать у мужчин, где у него сердце, занять то место, которое им природой предназначено, быть своим мужчинам к сердцу. Чтобы день рождения Пресвятой Богородицы стал национальным праздником, а не рабочим днем. 2 дня с Нового года надо убирать туда ставить, сентябрь. Чтобы все пошли, нация и родники свои почистила. Убитые родники нашей Родины – это позор наш. Чтобы все родники, хозяин появился, муниципалитет, который там на земле стоит. И родник никак не должен попадать под зону застройки. Строят родники над домами, дома над родниками, в том доме никогда не будет счастья. Засыпают, равняют, дом ставят. А там люди потом все сидят несчастные, у них ничего не будет нормально. В Новосибирский микрорайон есть родники. Засыпанные. Не написано. Засыпанные родники надо написать, да? А потом, да что это у нас у всех у людей, там ни здоровья толком, ни удача уходит. Потому что убитые родники, это родники символы Богородицы. Вот эти вот, ну и звезда Богородицы. Символ нашей культуры. Почему в России ее все забыли? Ну это символ солнца. А латырь, око рода славянского. Я его ношу. Потому что это должна быть, его нужно, я скажу на камеру, надо поправить герб Российской Федерации. Убирать надо корону. Нету царя, надо короны быть не должно. Нет, ну я патриот Российской Федерации. Кстати, если день семьи сделали день Романовых, я сказал, да, вот это настоящий день семьи. Папа императора трон отрекся. Жена его была настоящая мамка. 5 детей, дай бог каждому. Вот это можно было бы день семьи. Не будет у нас дня Пресвятой Богородицы, это тоже день семьи. В том равноденствие света и тьмы, здесь именно для того, чтобы у каждого мужчины была своя женщина. А у женщины, каждой женщины свой мужчина. И в этот день нужно родники чистить и воду с них пить. Потому что в этот день из родников родной земли вода бежит целительная, структурирована до женского здоровья. Бабье лето не случайно называется. Поэтому вот у нас короче, так... короче, надо разобраться с праздниками. Я так понял тебя, да? Ну, не со всеми. Надо их вернуть. Просто основные праздники должны быть по солнцу. 4 дня, фюрер опошлил, конечно, у нас это летнее солнцестояние, но вот эти 3, этот, мы уже не сможем его праздновать как праздник, но в каком-то виде его отмечать надо. И, ну, может быть, каким-то поминальным, ради бога, это как начало этой страшной войны, но это именно 21-22 июня, вот это, но этот нужно тут его тоже отмечать, как особую дату, в которой нация встанет, может быть, шапки снимет, там 100 грамм выпьет, но чтобы от этого он не остался незамеченным. Мы его можно по-разному отмечать. Но равноденствие и солнцестояние – это именно тот божественный крест, который, если человек в судьбе отмечает, его вся судьба бывает осенена вот этим обережным символом, космическим, вселенским символом. И тогда природа начнет возвращаться в свое ритм. Люди мощные эргомы. Когда они перестали жить по солнцу, у нас уже видишь, что творится в природе. Разбалансировка идет. Потому что огромная масса самых энергетически развитых существ не совпадает их ритм с биоритмами самой матери природы. Они по-другому стали жить. Вот в чем проблема-то. Люди, их сейчас живет на Земле, сказали мне по телевизору, больше, чем раньше было за всю историю человечества. Уже одновременно сейчас живет. И эта огромная масса населения во многом немножко сбивается в своих этих целях. Если они только вот так под землю смотрят, ни разу, говорится, к небу глаза не поднимут, то небо перестает их видеть. Ну ладно, спасибо. В принципе, это многое ты добавил к тому, что раньше рассказывал, но... В принципе, может быть, где-то подвел итог, понятно. Понимаешь? Где-то может быть, подводил да, итог, да, потому да, что да. Я говорил скорее всего частями. Да, теперь все, теперь вот я просто до конца. Я это осознал 2 месяца назад. Вот даже говоря по частям, до конца не закончено было. Может быть, вот более крутого я больше в жизни ничего не придумал. Но мне хватит и другие сказки рассказывать. У меня есть что попроще как бы рассказать там. Поэтому приходят, про тотемы рассказываем, про какие-то природные явления, сила трав, сила минералов. Это все очень важная такая информация. Это то, которое уже, ну это уже тактические, вот простые, а стратегические, вот это то, что я это сказал.
Вот если начинается с большого, а маленькая подтянется. И поэтому. Ладно, спасибо, Артем. Я думаю, ты еще что-то обдумаешь, и мы еще, наверное, продолжим. Может, еще какие-то философские мысли в голову придут. Спасибо тебе. Философские. Случилась эта история давным-давно, еще давнее давнего, когда Всевышний Ульгень, создав этот мир красоте и благодати, устав от трудов праведных, уснул крепким сном. Но людей в тот миг он создал чистыми, как сам он. И не было там на земле ни тяжелых болезней, ни злых недугов. Все было тише и красота. Люди жили в согласии с природой и в гармонии с окружающим миром. Но так как Всевышний уснул, то вечный его враг и противник Дельбегень выпал сюда из глубокой пещеры. На земле началась битва добра и зла. Всевышний спал и не мог защитить свой мир. Ситуация была очень катастрофичная. Смрад пожарищ и бой несчастных разбудил в тот миг Всевышнего. Ульгень посмотрел на землю и не узнал создания своего. Людей он увидел злыми и жестокими. В сердца их вселилась скорость и в души вселился мрак. Тогда, чтобы навести порядок, Ульгень послал на землю белого морала. Как вихрь летал белый морал над землей, разрывая нечистых своими золотыми рогами, вбивая нечисть в свои норы серебряными копытами. 40 дней и ночей шла битва, но когда уже на земле наступила тишина, то возошел морал на высокую скалу посмотреть, не осталось ли где на земле нечисти. Но увидел в этот момент его злой человек. И алчностью загорелись глаза его. Достал он свой подлый лук и натянул стрелу поганую. Пустил он стрелу, и попала стрела прямо в сердце белому мораву. Но не упал он с высокой скалы и не разбился о камни, потому что сам Ульгень принял его на свои всемогущие руки и сказал в тот день Всевышним людям, что останутся на земле болезни и мор до тех пор, пока люди опять не станут душой своей чисты, как в момент создания их. Но вернется в тот день на землю белый морал, и наступит тогда на земле золотой век.